Сегодня 12 сентября. Соя сорт Турмалин. Уборочное состояние. Это уже в разрезе. То есть идет уборка. Поле пришлось реглонить из-за неравномерного созревания. Достаточно крупное получается зерно, сухое крупное зерно, да. Попадаются зеленые в конце, ну вот вегетации, как раз фазу налива сою чуть подзасушило, и участки из-за, то есть из того, что есть в поле, все равно пестрота, плодородие, микрорельеф, поле не совсем равномерно созревало, поэтому не попадаются зеленые бобики. Урожайность пока сложно говорить, вроде бы хорошо сыпет. Ну, если сравнивать с Пруденсом, потому что турмалин только начали молотить, то я думаю, что в районе 25 центнеров.